Жена известного бизнесмена решает запускать благотворительный проект. Зачем? Чтобы помочь женщинам в трудной жизненной ситуации. Чем у нас в стране хорошо, так это с несчастными женщинами. Катя встретила большую любовь, деньги прогуляли, а замуж не позвали. Марина после очередного скандала с отцом сбежала из дома. Родители Лики забрали у нее ребенка и ограничили общение. Люба, с ее анкеты устроиться на нормальную работу невозможно. Заселим их на Рублево-Успенском шоссе. Чувствуйте себя как дома. Снимай. На телефон снимай. Это я удачно зашла. Свет включите. Свет включу. Кто здесь? Девочки у меня, конечно, безнадежные. Самобытные. Анна, ваш муж хочет с вами развестись. Недостаточно средств, Миша. Какой к черту проект? Пропал. Надо ей помочь. Для многих из них мой проект – это последняя надежда в жизни. Я бы так не накрасилась. Ты бы никак не накрасилась. Твои поступки за тебя все говорят. Лохушкин десант. Это будет провал. Да не ссы! Куда ты, Краев-то? Дайте вину подышать! Ты что, во мне подышит?